классический способ отметить с ребенком Новый год – пойти на спектакль. В праздничные дни, которые совпадают с каникулами в школе, они есть на каждой сцене учреждения культуры. Так, в Доме культуры энергетиков новогодний мюзикл «Волшебная история. Похититель праздника» произвел на зрителей самые незабываемые впечатления. А по-другому и быть не могло. Ведь оказавшись в большом зале, никто и предположить не мог, что попадет в сказку, а точнее окажется в Снегбурге, главном рождественском городе, который оказался в беде. Веселье и радость исчезли, то и вера в Деда Мороза тоже. И вот время пришло, я займу его место. Часовое представление прошло на одном дыхании. В нем прекрасно сработались герои диснеевских мультфильмов и сказок, современные лайфхаки и наш родной Дед Мороз. А дополненная музыкальными композициями и танцами постановка заставляла зрительскую аудиторию не сидеть на месте, а подпевать в такт новогодним песням. Ты даже подрос да. за этот год. Молодец, держи. Давай. Ёлочка красивая, ёлочка густая. Надо же с шарики с вилками. Будет ёлочка висеть, а гольками я буду. Дед Мороз сегодня всем принесет подарок. В центре досуга «Тандем» прошли детские новогодние утренники «Дед Мороз в Кандиленд» или «Формула карамельного настроения». В интерактивном режиме ребята весело провели время. Посетили необычную карамельную страну, где их ждали королева Карамелька, ее подручные госпожа Зефирка, Мармеладка и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка, которые вернули детям праздник. В Центре творчества детей и молодежи «Ювента» интерактивное представление в поисках новогоднего талисмана включало в себя веселые игры и конкурсы, зажигательные танцы и интересный спектакль, в котором вместе с Бабой Йогой, котом, Фрекенбок и другими яркими персонажами ребята побывали в сказке. Прикрылась снегом, точно серебром, на пушистых ветках белым каймой, и опустились листья белой бахромой. Кроме этого, у всех была возможность сделать фото с героями представления и получить подарок из рук Деда Мороза за веселое стихотворение или песенку. Когда приходит Новый год, всех вопросов.